Шапши в Татарии – современный колхозный поселок. Около 300 квартир городского типа со всеми удобствами приняли своих жильцов из близлежащих деревень. Прошлое и настоящее. Как часто мы произносим эти слова, угадывая будущее. Когда-то деревню осветила лампочка Ильича. Когда-то деревня услышала голос радио. А сегодня? Планировать завтрашний день, и не только завтрашний, так емко можно определить постоянную думу тружеников села. Ведь наше время неумолимо стремится обогнать себя. Зимние предвесенние заботы.